Лазерная коррекция зрения SmartSight выполняется на лазере нового поколения Schwind Atos. Это эргономичная и компактная установка, которая не занимает много места в операционной. Schwind Atos управляется с помощью двух сенсорных экранов диаметром 24 и 10 дюймов и интуитивно понятного программного обеспечения. Эргономичный дизайн Schwind Atos обеспечивает оптимальный контакт глаза с лазерной системой. Более совершенная система слежения за глазом обеспечивает высокую точность центрирования лентикулы относительно зрительной оси пациента и позволяет достичь большей эффективности при коррекции аномалий рефракции, что особенно важно для коррекции астигматизма высокой степени. Лазер компенсирует циклоторсию, поворот глазного яблока при смене положения тела. Компенсация циклоторсии важна для получения качественного зрения. В ходе коррекции зрения SmartSight в глубоких слоях роговицы формируется лентикула – линза внутри глаза. Затем хирург извлекает ее через микродоступ, который впоследствии самогерметизируется. Швы пациенту не накладывают. Процедура длится не более 10 минут. Сразу после операции пациент обретает четкое зрение. В чем преимущество новой технологии SmartSight для пациента? SmartSight исключает возникновение гало и глэр-эффектов после операции. Риск развития синдрома сухого глаза после процедуры значительно снижен. Благодаря ткани, сберегающей экстракции лентикулы, пациента ждет более быстрое восстановление. Пациент возвращается к обычному образу жизни уже на следующий день.